Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я больше чем уверен, что вы знаете по поводу того, что стартовало событие Blitz Steeler Cup. Это просмотр трансляции для нас, ну а для участников это турнир, в котором они будут играть, побеждать, кто-то будет вылетать, а кто-то дойдет до финала и займет первое место. Что мы с вами, зрители, можем с этого получить? Я думаю, что вы читали данную новость и плюс-минус понимаете, что будет происходить. Для тех, кто новенький в игре, сейчас кратко объясню. Вы смотрите трансляции по тем регионам, которые здесь предоставлены. Это Америка, это Азия и это Европа. Причем, вне зависимости от того, на каком серваке вы играете, вы можете смотреть все эти 6 трансляций. И за них, ребят, вы будете получать ключи. Этими ключами вы будете открывать контейнеры, которые в пределах данного события, оно продлится с 9 по 18 число, будете открывать соответствующие контейнеры, которые будете получать, выполняя свои обычные боевые задачи. То есть даже если вы в клане не состоите, вы все равно за каждую из этих боевых задач будете получать определенное количество контейнеров. Стоит также помнить, что срок годности данного контейнера составляет 3 дня, поэтому с момента его получения у вас есть 3 дня для того, чтобы получить ключ за просмотр трансляций, ну и, соответственно, открыть те контейнеры, которые у вас будут. Суммарно, ребят, вы сможете получить 28 ключей. 27 ключей вы сможете получить за просмотр трансляций, ну и один ключ бонусом вам еще дадут, если вы получите 3 победы в любом бою. Хотя здесь у меня есть очень-очень важный вопрос к разработчикам и уточнение. Дело в том, что здесь написано, что боевая задача это с 9 по 18 ноября одержать 3 победы в случайных турнирах, рейтинговых боях или временных режимах и получить в награду, соответственно, один ключ от запертого контейнера. Но если подняться выше в новость, то здесь немножечко по-другому. Здесь указано, что вы получите ключ за то, что вы одержите победу с 9 по 18 ноября в 3 боях случайных, то есть в обычных рейтинговых. Ребят, для того, чтобы не рисковать, рекомендую всем у себя в боях выполнить эту задачу, переключившись на обычные вот эти вот наши бои. Встречный бой, либо превосходство. Не пытайтесь выполнить на всякий случай в рейтинговых, либо в данном случае в Mad Games, потому что мне уже в комментариях писали на предмет того, что я одержал 3 победы в режиме, но ничего не получил. Как есть, ребят, так есть. Что касается самих трансляций и количества ключей, все бы, конечно, хорошо в отношении 28 ключей. Один-то вы точно получите, а вот соберете ли 27, очень большая задача для всех тех, кто хочет получить полное количество. Я бы сказал, очень сложная задача. Потому что, допустим, первая трансляция назначена по Европе на 10 ноября на 4 часа утра. Ну, 10 ноября для нас в Европе это 11 ноября. 11 ноября, это для нас 12 ноября в 4 часа утра. И это действительно очень сложно в 4 часа утра сесть за компьютер или за телефон и, соответственно, просматривать трансляцию. Поэтому, скорее всего, за трансляции, которые по Америке, огромное количество игроков не получат свои ключи. Ну и, соответственно, могут рассчитывать только на Азию, там, где трансляции начинаются в 12.00 по CEST. И, соответственно, по Европе вообще красота в 19.00 по CEST. Если вы не знаете, что такое CEST, это центральное европейское время. Посмотрите в интернете, как посчитать разницу между временем, где вы находитесь, и временем, соответственно, CEST. Ну и плюс к тому, ребят, у меня на канале уже есть видео на эту тему. Если хотите, просто зайдите по ссылочке, которую я обязательно добавлю в описании. И посмотрите, как разобраться с этим временем, там даже будет ссылка на сайт, который вам автоматически это посчитает. Короче говоря, с этим, я думаю, разберетесь. Как смотреть данные трансляции? Накануне трансляции в новости будут внесены изменения, либо будет новая новость, ну и, соответственно, будет, грубо говоря, чуть ниже трансляции перечень тех ссылок, по которым вам необходимо перейти для того, чтобы смотреть трансляцию. Смотреть трансляцию у любого ютубера на YouTube-канале просто в виде стрима вы можете, но ключи вам за это никто не даст. Повторяюсь еще раз. Если вы хотите получить ключи за просмотр трансляций, вам необходимо дождаться, когда вот здесь в новости появятся ссылки желтого цвета на определенных комментаторов, и кликнув на эту ссылку, вас перебросят
запросит на официальный ресурс Wargaming, на их официальный сайт. Там вы введете свой логин, пароль от игрового аккаунта, зарегистрируетесь таким образом и, соответственно, будете начинать смотреть трансляцию. Желательно заходить на просмотр трансляции хотя бы за 15 минут до того, как она начнется. Ну и когда уже будут выложены ссылки для регистрации, я засниму отдельное видео, как это сделать подробно для того, чтобы все смогли получить то, что они хотят. Простите, друзья. Итак, переходим к самому важному. Самое важное, ребят, у нас это сами контейнеры. Контейнеров, как я уже сказал, можно будет открыть 28. И давайте будем считать математику. Вот эти контейнеры. Смотрим на содержимое, смотрим на вероятности. Содержимое. Мистический сертификат с вероятностью всего в 1%. Есть части сертификата на револьвера. И есть части сертификата на Бофорса Тарнвагена. На револьвера вероятность в 2 раза выше, нежели на Тарнвагена. 9 частей вы получаете на Тарнвагена из какого-то из контейнеров, либо получаете 8 частей на револьвера с вероятностью 66-67 и 33% и 33%. Короче говоря, теоретически каждый третий контейнер будет на Тарнвагена, но так оно не работает. Скорее всего, вы соберете какую-то одну из этих машин, ну а на вторую у вас останутся части сертификата. Я посчитал, сколько необходимо открыть контейнеров удачно для того, чтобы собрать эти машины. Так вот, ребят, для того, чтобы забрать себе револьвера, вам необходимо открыть 13 контейнеров. Ну, если быть точным, то 12,5. Но поскольку пол контейнера открыть вы не можете, а 12 контейнеров будет недостаточно, соответственно, 13 контов на револьвера. Что касается Бофорса. По Бофорсу, ребят, здесь немножечко типа проще. Здесь необходимо 12 контейнеров, на один контейнер меньше. Ну а если быть прям совсем точным, то 11 контейнеров и 11 сотых. Короче говоря, считаем полными цифрами: 13 на револьвера и 12 на Тарнвагена. Напомню, суммарно мы можем собрать 28 таких контейнеров. Соответственно, ребят, для того, чтобы собрать, скажем так, обе этих машины, вам необходимо 13 плюс 12, 25 контов. Ну и 3 конта еще вдобавок. Но это только в случае, если вам будет выпадать вот четко из каждого третьего Тарнваген, а из двух постоянно будет выпадать револьвер. Вот такая вот математика. Поэтому я и сказал, что навряд ли те игроки, которые смогут, точнее не так, навряд ли те игроки, которые не смогут собрать все ключи за все трансляции, смогут собрать себе прям все машины, которые там предусмотрены. Скорее всего, соберете какую-то одну. Но я считаю, что и так довольно-таки неплохо. Как вы видите, у меня есть 28 контейнеров, есть 28 ключей. И я думаю, что мы можем вполне спокойно сейчас открыть и посмотреть, что мы сможем собрать. Погнали, ребят. Открываем первый контейнер. Я думаю, что можно немножко быстрее будет это все прокликивать. Итак, смотрите. Сначала выпало на Бофорса. Один за Бофорса. Ну и один на револьвера. Дальше у нас получается револьвер, то есть пока математика складывается. Два на револьвера, ну и соответственно один на Бофорса. Один на Бофорса еще раз выпал. Еще раз на Бофорса, что, кстати, довольно-таки удивительно, потому что шансы на него меньше. Еще раз на Бофорса. Револьвер. Еще раз револьвер. Давайте я, наверное, буду прокликивать быстрее, для того, чтобы все-таки не тратить много времени на то, чтобы открывать одинаковые контейнеры. Интересно, конечно, выпадет ли мистический сертификат, на который все сейчас жалуются, что они не выпадают. Так, револьвер. Тарнваген. Бофорс. Бофорс. Еще раз револьвер. Осталось 10 контейнеров. Еще раз револьвер. Теперь Бофорс. Смотрим. У меня сейчас 99 из 100 на Бофорса собрано. И что касается револьвера, еще раз выпал Бофорс. Таким образом, Бофорса я уже собрал. Ну а что касается револьвера, то сейчас смотрим. По револьверу у меня 72. И у меня осталось 7 контейнеров. В принципе, как я понимаю,
те игроки, которые смогут посмотреть все-таки все трансляции, имеют все шансы забрать себе обе машины за 28 контейнеров. Итак, нам не хватает 20. Осталось всего лишь 4 контейнера. Ну, тут уже начинается такое интересное ощущение появляется. И начинается гонка именно за конкретными. Осталось 2. И при этом всем у меня револьвер, получается, собран не будет. На Бофорс осыпет, вот как гадалки не ходи, в принципе, выпадает на него. Итого, ребят, 88 частей на револьвера. При этом был собран Бофорс, я бы сказал, с существенным отрывом. Ну, прям с таким бешеным. Хотя на Бофорса гораздо меньшая вероятность выпадения этих частей. Плюс к тому, было собрано свободки, были собраны части, вот эти вот сертификаты, точнее, на свободку. Ну и вот результат. 153, ребят, на Бофорса Транвагена и 88 на револьвера. И это при том, ребят, что было открыто 28 контейнеров. То есть то полное количество контов, которые вы сможете получить за трансляции. В любом случае, я считаю, что имеет смысл посмотреть данные трансляции, потому что, по сути, это халява. Я понимаю, что начнут сейчас писать в комментариях философы по поводу того, что нет ничего дороже, чем ваше время. Но, ребят, когда вы играете в эту игру, вы время не тратите. С таким же успехом вы можете посмотреть трансляции, получить ключи, открыть контейнеры. За Бофорса будет компенсация в виде 2000 голды. Ну, а что касается револьвера, у меня информации в отношении компенсации нет, к сожалению. Ну и, соответственно, перепроверить тоже не получится, потому что не совсем знаю, где ее искать. Знаю, что во время того, как уже есть сертификат на обмен, это можно сделать. Ну, а в отношении того, пока этого сертификата нет, простите, данной информацией не владею. Вот такая вот информация, вот такие вот шансы выпадения. Я желаю всем забрать хотя бы одну машину отсюда, а возможно кому-то выпадет мистический сертификат. Ну и, соответственно, получить две тачки. В идеале, конечно, три танка, но для этого придется посмотреть все трансляции от начала и до конца. Как я уже говорил, как это сделать, как перейти по ссылкам, как зарегистрироваться, где это все искать, на что обратить внимание, какие подводные камни есть, потому что есть моменты, когда не начисляют награды за просмотр трансляции, хотя ты смотришь ее на официальном ресурсе. Обо всем этом мы поговорим с вами в следующем видео по теме Blitz Steeler Cup, которая обязательно выйдет на канале. Для того, чтобы не пропустить это видео, прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, убедитесь, что у вас вот так выбраны все уведомления с моего канала. Но я вас очень сильно прошу, пожалуйста, напишите в поддержку канала и поддержку данного видоса с целью его популяризации сейчас какой-нибудь комментик от себя. Я пошел готовиться снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.